Всем привет, я Наталья Субачева. В этом видео я покажу, как легко и быстро нарисовать скетч. Не случайно выбраны перья. Этот стиль – стиль бохо, и перья точно относятся к этому стилю. До сих пор, кстати, в тренде он. И мне хочется увидеть еще и ваше творение в этом стиле, стиле бохо. Для начала вы можете сделать легкий набросок карандашом, сильно не надавливая на него. Вообще можно и без эскиза обойтись. Определяем центр пера, провожу тонкую линию. Заполняем этим цветом до конца. За контур мы не выходим. На кончике кисти больше увлажнения, чем краски. Смешиваем сиреневый хинокридон и сиену жженую. Получается такой благородный цвет. И создаем узор такими пятнами, как на фото. Сейчас более плотно возьмем краску, кисть менее увлажненная. Смешиваем сиреневый хинокридон и сиену жженую. И добавим пятен. Добавим коричневатых оттенков, сепия плюс сиена жженая и немного серой пены. Немного размываем цвет чистой влажной кистью и вытираем лишнюю краску о салфетку. Далее подчеркнем детали тонкой кисти, смешаем сиреневый хинокридон и серую пейну.
Кисть мера увлажненная, более плотной краской пройдемся по деталям. Штриховыми движениями этим же цветом добавим детали. Добавляем узор из точек, свойственный для перьев. Сами по себе перья очень легкие и невесомые, и это мне и хочется передать. Для второго пера мы возьмем цвет охру. Это будет основной цвет, а дополнительно смешаем охру плюс сиреневый хинокридон. Наносим охру влажной кистью, но чтобы вода не стекала. В него также добавляем дополнительный цвет. Очевидно, плюс в технике по-мокрому. Это когда перетекание акварели из одного цвета в другой. Очень красивый градиент получается. Подождем минут 5, чтобы просохло немного. Теперь смешаем сиену жону и сиреневый хинокридон. И создаем пятнистый узор. Можно тонкой кистью или аквабрашем.
нужно еще подчеркнуть детали, чтобы показать игру контрастов. Опять смешиваем сиреневый хинокридон и охру. И по форме полувлажной кистью добавляем несколько штрихов по форме пера. Аккуратно наносим краску вторым слоем. Как видите, полупрозрачные мазки у нас. В этом-то и есть воздушность. Нужно еще подчеркнуть детали, чтобы показать игру контраста. Для того, чтобы перья были реалистичными, я делаю легкие штрихи по форме нашего пера. Смешаем серую пену и сиреневый хинокридон для третьего пера. Кисть увлажненной и достаточно плотной краской заполняем контур пера.
Центральную линию оставляем белой, нетронутой.